Так, здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Значит, философские концепции человека. Вот что мы будем сегодня рассматривать сначала. Человек и мир в современной философии. Термин антропология был введен Аристотелем для обозначения совокупности знаний о духовной стороне человеческого общества. С XVI века термин стали использовать по отношению к знаниям о физическом строении человеческого тела. Французские материалисты XVIII века понимали под антропологией знания о духовной и материальной стороне человека, то есть уже комплексно. Иммануил Кант различал физиологическую антропологию, исследование того, что делает из человека природа, и антропологию прагматическую, исследование того, что делает или может сделать человек сам из себя. Вопрос о том, что есть человек, возникает и получает свои первые ответы еще задолго до того, как сложилась философия. Идея человека пронизывала мышление греков. И свидетельством этого является антропоморфизм древнегреческой религии и космологии. Но именно в V веке до новой эры человек во всей полноте своего бытия оказывается в центре внимания философии. Греческую цивилизацию с полным основанием именуют гуманизмом, поскольку ее завоевания были направлены на то, чтобы увеличить власть человека над природой, укрепить его положение в обществе, найти и утвердить подлинную сущность человека, его достоинство и благо. Обычно создателем первой философии человека называют Сократа. По словам Цицерона, он первым спустил философию с небес на землю, поселил ее в городах и домах, научил людей размышлять о жизни и нравах, о добре и зле. Но еще до Сократа появляется школа софистов, которые видели свою задачу в просвещении людей, в том, чтобы сделать философию и науку действенными факторами жизни. Противовес древнегреческой идее, что добродетели не учатся, а с ней рождаются, софисты выдвигают просветительский лозунг «Добродетели можно научиться». Под добродетелью греки понимали не только моральные качества, а всю совокупность человеческих способностей. Вслед за софистами Сократ тоже отмежевывается от ранней космологической проблематики и обращается к миру человека. Но если для софистов человек – центр культуры, ее творец во всех ее проявлениях, то для Сократа человек только тот, кто познает и творит добро. Божественно ассоциирует этическое познание, Сократ призывает познать самого себя. Он говорит: познавай, ищи самого себя, испытай себя, знающий ли, добрый ли ты или нет. Сократ обращается не к человеку вообще, а к данному конкретному индивиду. Платон был прямым наследником Сократа. Что характерно теперь для христианской концепции человека, которая потом взяла верх? Раннее христианство выдвигает идею бессмертия отдельной человеческой души. Раб от природы такой же человек, как и другие. Христианство приравнивает рабов и свободных, но уже не по природе, а по духу. Христианство предлагает равенство, но это не действительное равенство, а идеальное. Одним из наиболее ценных приобретений этого этапа была идея бессмертия, однократности и самоценности человеческой личности, которая развивается в рамках христианской философии. Августин Блаженный в своем учении придает большое значение христианским идеям бессмертия человеческой души, грехопадения и искупления, но сохраняет неизменным принцип подчинения человека абсолютным нормам потустороннего мира. У Августина, как и в платонизме, человек остается во власти абсолютных и общезначимых сущностей божественного миропорядка. Но вместе с тем Августин ищет пути приобщения и подчинения этой живой человеческой личности божественному миропорядку. Душа человека рассматривается Августином в различных ее проявлениях, как некая в себе самой замкнутая субстанция.
Решающее значение для нравственной жизни имеет не интеллект, а воля. Любовь противопоставляется теории, вера – знанию, живая надежда – рациональной вере. В отличие от более поздней рационалистической философии, Августин выдвигает принцип душевной и эмоциональной приверженности Богу. Не принцип знания, а принцип любви. В тесной связи с этим находится его учение о предопределенности, согласно которому Бог заранее определяет свое отношение к людям, неся им свою милость и наказание, независимо от их заслуг и поступков. В отличие от Августина, Фома Аквинский связывает христианское учение с философией Аристотеля. Он также понимает бытие Бога в духе христианской религии, признает творение мира из ничего и бессмертие человеческой души. Но душа не существует до земной жизни, она создается Богом, и знание приобретает не путем воспоминаний, как у Платона, а через чувственное восприятие. Человек – частица, установлена Богом миропорядка и занимает заранее отведенное ему место. Ценность жизни и поступков определяется тем, насколько она соответствует этому данному порядку. Как понимается человек в период нового времени? Реформация, противовес средневековой идее внешнего миропорядка, выдвигает положение о живом, индивидуальном и однократном характере встречи человека с Богом и о личной ответственности верующего за свои убеждения. Человек, проходите, как абсолютно греховное и падшее существо отделяется от Бога. Те, кто пришел позже, боролись за то, чтобы прийти раньше. Им противостояли темные силы, но они победили. С чем мы вас и поздравляем. Отстаивая идею о непосредственном, возгласила личную внутреннюю веру единственным путем спасения. Религиозная идея извечной греховности человека и аскетизма, возрождение противопоставляет свои доказательства врожденного стремления человека к добру, счастью и всестороннему совершенству. Идея целостности человеческой природы, неразрушимого единства ее духовного и телесного. В этике эпохи Возрождения получает свое развитие и распространение эпикурианства, что соответствовало господствовавшим тогда идеалам гуманизма, той жажде земного счастья, всестороннего развития личности, которые были характерны для раннего буржуазного мироощущения. Рационализм античных мыслителей, платоновский дуализм души и тела обновляют себя в философии Декарта. В духе рационализма Декарт видит сущность человека в мышлении, в разумности. Начиная с сомнения истинности общепризнанного знания, Декарт путем логических рассуждений приходит к признанию первого достоверного факта самого сомнения, а следовательно и мышление, и уж через него существование мыслящего существа человека. Я мыслю, следовательно, я существую. Так, единственно достоверным признаком человеческого существования, определяющим природу человека, утверждается мышление, интеллект. Как соотносятся природное, биологическое и общественное, социальное в человеке? Что такое человек? Каково место человека в природе? Вечно ли существует человек, или он возник на каком-то этапе развития мира? Если он возник исторически, то каким образом? Каким было его раннее существование? В чем состоит его предназначение? Эти тесно связанные между собой вопросы издавна волновали людей. Ответы на них определялись достигнутым уровнем развития науки, естествознания, философскими и идеологическими позициями мыслителей, ученых. Несмотря на ряд гениальных догадок, проблема происхождения человека и общества в древности и средневековье была покрыта наслоениями мифологии, мистики, религиозных домыслов, умозрительных спекуляций, далеких от доказательности, обоснованности. Настоящий переворот в накоплении
антропологических и этнографических данных начинается в эпоху великих географических открытий в конце XV века. В конце XIX и XX века материалистическое естествознание в тесном союзе с гуманитарными и общественными науками существенно продвинулось в решении проблемы происхождения человека и общества. Следующий шаг в понимании первобытной истории человечества связан с построением таких общих схем всемирно-исторического процесса, в которых народы заморских стран выступали как представители ранней ступени развития человечества. Значительную роль в разработке этих теорий сыграли великие французские просветители XVIII века Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Шарль Монтескье, Вольтер, Кондорсе и другие. Одни из них, в частности Руссо и Дидро, идеализировали первобытность, представляли ее как золотой век человечества, все основные позитивные качества которого утеряны последующими поколениями в эпоху цивилизации. Другие, например, Кондорсе, разрабатывали концепции исторического прогресса человеческой истории, разума и культуры. Благодаря развитию разума человек проходит определенные ступени общественного устройства от охоты и рыболовства к домашнему животных – эпоха рабства, а от него к земледелию – эпоха феодализма. Первоначально каменные орудия древних людей, которые случайно находили в земле, не рассматривались как предметы, имеющие отношение к истории человечества. Их считали талисманами, посланиями богов, которые боги метают вместе с молнией на землю. Но уже в XVIII веке возник интерес к изучению найденных в раскопках орудий труда и предметов утвари первобытных людей. Ведь именно такими инструментами пользовались первобытные народы Нового Света, Африки и Южной Азии. В первой половине XVIII века все чаще высказываются мысли о существовании каменного века у древних людей, о том, что каменные предметы – это выполненные в незапамятные времена произведения рук человеческих, что человек существовал задолго до Адама и Евы. Сначала такие заявления резко отторгались не только церковными, но и научными кругами. В 1730 году в Парижской академии письменности и изящной литературы разразился публичный скандал после доклада одного французского исследователя о каменных орудиях древних людей. Академики устроили ему обструкцию, требуя от него признания возможности образования каменных орудий в процессе физических реакций в воздухе, вызываемых ударами молнии. В середине XVIII века Линней положил начало научному представлению о происхождении человека. В своей «Системе природы» 1735 год он отнес человека к животному миру, помещая его в своей классификации рядом с человекообразными обезьянами. Интересно, что Линней, подчеркивая родство человека и человекообразных обезьян, называет орангутана Homo silvestris – человек лесной. В XVIII веке зарождается и научная приматология. Так, в 1766 году появилась научная работа Бюфона об орангутане. Голландский анатом Кампер показал значительное сходство в строении основных органов человека и животных. Все это позволило поставить на принципиально новую научную основу вопрос о границах между человеком и высшими приматами. В первой половине XIX века археологи, палеонтологи, этнографы накопили эмпирический материал по объему уже достаточный для разработки научной теории антропосоциогенеза. Особый интерес здесь представляет исследование французского археолога Буше де Кравкер де Перта. В 1840-1850-х годах он искал, собирал грубо оббитые каменные орудия и доказывал, что это орудие труда первобытного человека, жившего одновременно с древним носорогом, мамонтом и тому подобное. Открытия археолога отодвигали происхождение человека в такую глубь тысячелетий, что опрокидывали библейскую хронологию. Не случайно креационисты и клерикально настроенные ученые встретили эти открытия в штыки. Длительная его борьба с консервативными французскими академическими кругами была полна драматизма, а временами носила чуть ли не детективный характер. Только в 1860
60-х годах его идеи признали в науке. В 1862 году в археологии для периодизации истории каменного века были введены понятия палеолит и неолит. Учение Дарвина явилось основой материалистической теории антропогенеза. В первой половине XIX века создаются и теоретические предпосылки для создания научного учения о происхождении человека. Они связаны с развитием в биологии идеи эволюции органических форм. В свете этой идеи эмпирический материал о древнейшем прошлом человечества получал качественно новое теоретическое толкование. Однако вопросы о происхождении человека выводились за рамки эволюции живого и долго рассматривались в духе согласия с основными религиозными догмами творения человека Богом. Даже Ламарк не решался довести до логического завершения идею эволюции человека, то есть до отрицания роли Бога в происхождении человека. Он завершил разбор проблемы происхождения человека в своей философии зоологии словами об ином происхождении человека, чем только лишь от животных. В 1871 году вышел в свет труд Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», в котором на громадном фактическом материале из сравнительной анатомии, зоогеографии, истории, археологии Дарвин обосновывал два кардинально важных положения о животном происхождении человека и о том, что современные человекообразные обезьяны представляют собой боковые ветви его эволюции, а человек ведет свое происхождение от каких-то вымерших более нейтральных форм. Хотя идеи Дарвина не были приняты клерикалами и креационистами, подвергались нападкам со стороны священнослужителей и реакционеров самых разных мастей, тем не менее, последующее развитие учения о происхождении человека – было возможно только в русле естественно-научного материалистического мировоззрения. Тот, кто не смотрит подобно дикарю на явление природы как на нечто бессвязное, не может больше думать, чтобы человек был плодом отдельного акта творения, писал Дарвин. После работ Дарвина материалистическое положение о животном происхождении человека стало краеугольным камнем теории антропосоциогенеза. Поскольку человек – это не только биологическое, но и социальное существо, то его происхождение нельзя свести к действию исключительно биологических факторов эволюции. На определенном этапе в биологическую эволюцию предков человека должен был включиться еще и некоторый надбиологический социокультурный фактор. Какой же это фактор? Ответ на этот вопрос дал Фридрих Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». В ее основе лежит идея о том, что труд не только средство преобразования окружающей среды и удовлетворения потребностей человека, но и средство изменения самого человека. Именно трудовая деятельность является всеобщим основанием человеческого бытия, а вместе с тем и решающим критерием, разграничивающим человека и его животных предков, человекообразных обезьян. Идея о роли труда в происхождении человека и общества не потеряла своего значения и по сей день. Все специалисты по древней археологии и палеантропологии исходят из представления о решающей роли труда в антропосоциогенезе. Предпосылки антропосоциогенеза. Общая предпосылка возникновения человечества выступила длительное историческое развитие природы. Пьедесталом антропосоциогенеза явилось развитие органического биологического мира в его единстве с геологическими, географическими, климатическими, физико-химическими, космическими и другими неорганическими абиотическими системами. В соответствии с современной теорией эволюции, историческое развитие биологических организмов определяется рядом эволюционных факторов, мутационными процессами, популяционными волнами, изоляцией, естественным отбором и другое, включенными во взаимодействие с абиотическими системами природы. Эволюция действует не на отдельного индивида, а на популяцию. Через последовательную смену поколений
сохраняются и утверждаются те признаки, которые оказываются удобными в данных условиях среды. Такое взаимодействие абиотических систем с эволюционными факторами определяло предпосылки и протекание антропосоциогенеза. Абиотические предпосылки антропосоциогенеза лучше всего изучены в том, что касается геологического, географического и климатического фона, на котором возник человек. Меньше изучены космические и физико-химические факторы, которые, безусловно, оказывали большое влияние на процесс антропосоциогенеза. Становление человека происходило в последний период кайнозойской эры истории Земли, в конце эпохи неогена. Геологические процессы – важная часть абиотической среды, изменения которой определяли развитие органических видов. Геологические предпосылки антропосоциогенеза включают в себя оледенение и потепление, усиленный вулканизм, сейсмические и тектонические процессы, повышение уровня радиоактивности в результате землетрясений, горообразований, тектонических разломов коры и другое. Изменение магнитного поля Земли. За последние 5 миллионов лет магнитные полюса Земли менялись 4 раза и так далее. Биологические предпосылки. Понять антропосоциогенез невозможно, не проведя анализа эволюции высших биологических организмов, их анатома физиологического строения, которое послужило предпосылкой формирования определенной телесной организации человека, а следовательно перехода к трудовой деятельности и формированию сознания. Современное материалистическое естествознание исходит из того, что человек естественным образом произошел от высших представителей животного мира, человекообразных обезьян. Человек и обезьяна имеют столько много общих свойств, что это позволяет объединить их в один отряд приматов. Приматы – высшие представители класса млекопитающих. В современной фауне насчитывается около 200 видов приматов среди более чем 4000 видов млекопитающих. Невозможно себе представить появление человека в составе иного отряда, менее одаренного, чем приматы. Примат обладает широким набором высших биологических качеств. Особенно важно то, что большая подвижность отряда приматов и разнообразие функций их передних конечностей обусловили развитие большого по размерам головного мозга, его высокую дифференциацию. Ведь быстрое перемещение в трехмерном пространстве и цепкие передние конечности, помогающие исследовать окружающую среду, высокая координированность движений требует высокой организации нервной системы. Основные пути перестройки телесной организации ископаемого предка в направлении очеловечивания – это прямохождение, развитие руки и мозга, так называемая гоминидная триада. Переход к прямохождению, смена древесного образа жизни на наземный – одна из важнейших предпосылок формирования гоминид. Использование природных предметов – это еще не труд. Труд предполагает создание орудий труда. Поэтому австралопитековых относят к животному миру, а не к миру людей. Но прямохождение, питание мясом, использование природных предметов для добывания пищи делает этих человекообразных обезьян непосредственными предшественниками человека. Биологическая эволюция австралопитековых связана в первую очередь с переходом от древесной жизни к наземной. Это сопровождалось увеличением опасности для жизни австралопитека. Так, ряд черт поведения австралопитековых, сложившихся в условиях древесной жизни, был малопригоден, а то и для наземной жизни. Австралопитек медленно бегал. У него не было когтей и клыков, необходимых для самозащиты. Малая плодовитость, как и у всех высших приматов, грозила вымиранием вида в условиях наземной жизни и другое. Поэтому естественный отбор происходил в направлении закрепления и развития тех качеств австралопитековых, которые позволяли противостоять враждебной окружающей среде. Прежде всего, совершенствовались прямохождение и устойчивость тела. Увеличилась подвижность передних конечностей для того, чтобы использовать камни и палки для защиты и нападения.
выкапывание корней и клубней, сдирание шкуры с убитого животного, разрезание мяса и тому подобное. Кроме того, увеличивались отделы головного мозга, которые обеспечивают ориентацию в пространстве, возрастали взаимозависимость членов стада, их сплоченность, усиливались связи внутри стада, развивались средства общения, психика, форма отражения. У антропоидных предков человека трудовая деятельность, производство орудий труда, закономерно и неизбежно формируется в ходе систематического использования естественных предметов. С возникновением и освоением производства орудий труда был осуществлен один из важнейших в истории развития материального мира качественный скачок. Из биологического мира посредством трудовой деятельности выделилась качественно новая форма материи – человеческое общество. Ведущей биологической предпосылкой, которая цементировала все остальные предпосылки антропосоциогенеза, синтезировала и вела их к образованию исходного первичного производственного коллектива, была, видимо, стадная охота. И именно в стадной охоте, деятельности в принципе коллективной, складываются и орудийные, практические отношения к природе, и социальные отношения между членами первобытного стада, а также формируется высший уровень психики, сознания. Вместе с тем, возникновение зачаточных форм труда еще не означало, что на развитие общества перестали влиять биологические факторы. Еще долгое время природные условия вели за собой формирующегося человека, постепенно выходившего через посредство орудий труда из животного состояния, преодолевавшего пути природно-биологических связей, формировавшего деятельное практическое отношение к миру. Человек вошел в мир бесшумно, так образно характеризовал первоначальные формы человечности один из выдающихся антропологов XX века Пьер Тейяр де Шарден. Биологические предпосылки социальных отношений. Генезис человека – это единый процесс морфофизиологического превращения животного в человека, антропогенез, и стадных объединений животных в человеческое общество, социогенез. Становление социальных отношений способствовало обузданию биологических инстинктов, в том числе проявлений зоологического индивидуализма, замене их отношениями социальной коллективности. Коллективность человеческих объединений обусловлена также характером передачи опыта. Если в биологическом мире опыт передается через естественный отбор, то накопленный в процессе труда опыт, то есть социальный опыт, надо передавать каждый раз заново, от одной особи к другой, от одного поколения к другому. Трудовые навыки не закрепляются генетически, и каждое новое поколение должно усваивать опыт предыдущих поколений, чтобы получить возможность эффективно трудиться. Биосоциальное общение у антропоидов поддерживается средствами коммуникации, язык жестов, звуковые сигналы, выражающие радость, печаль, злобу, возбуждение и тому подобное, действиями, поцелуя, объятия и другое. Важную роль играет и демонстрационное манипулирование, как зачаточная форма передачи индивидуального опыта стадному коллективу или его части. Создание родового общества 35-40 тысяч лет назад означало полную победу социальных факторов развития человека над биологическими, завершение антропосоциогенеза. Перейдем теперь к современным проблемам человека. 20 век в науке, в культуре и философии характеризуется как антропологический поворот к человеку. Антропологический поворот, связанный с именами Соловьева, Шеллера, Плеснера, Бердяева и других, был вызван не столько реакцией против тотально научного подхода к человеку, сколько необходимостью изменения в классической философии, которая абсолютизировала разум и сводила человека к абстрактной идее. Не только разум и поиски истины, но и духовные переживания высших ценностей, стремление к любви, вере, надежде, нравственной солидарности отличают человека от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его к психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решений и поступков.
Современная эпоха радикально отличается от периода становления философской антропологии. Конечно, и в XIX веке велись горячие споры между представителями различных конкретно научных дисциплин, таких как биология, археология, этнография, за право называться теорией человека. Задача современной антропологии состоит в выработке на основе частнонаучных определений единой систематической теории человека. Основные концепции философской антропологии XX века. Представители философской антропологии выдвинули программу философского познания человека во всей полноте его бытия. Они предложили соединить онтологическое, естественно-научное и гуманитарное учение различных сфер человеческого бытия с целостным философским постижением. Реализация этой программы должна была осуществиться на базе науки философской антропологии. Макс Шеллер, 1874-1928 год. Философская антропология – это учение о человеке с точки зрения бытия самого человека. Что же представляет сущность человека? Антропологический дуализм духа и жизни. Поскольку жизнь есть нечто общее и для человека, и для остального органического мира, то человек может претендовать на особое положение в бытии, если дух предстает как нечто принципиальное для жизни. В работе «Положение человека в космосе» Шеллер выявляет статус человека через соотнесение человека с другими формами органического мира. Чувственный порыв, инстинкт, ассоциативная память и практический интеллект – в этом человек не отличается от животного. Человек – естественный человек, есть животное, утверждает Шеллер. Он не развился из животного царства, а был, есть и всегда останется животным. Но есть и существенное различие. Это наличие у человека духа. Шеллер не просто констатирует наличие этого факта, а стремится дать человеку характеристику как духовному бытию. Наиболее важная характеристика человеческого духа – это открытость миру. Животные ограничены средой обитания. Дух человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается с Шеллером, с его онтологической свободой. И в силу этого человек способен постичь качественное бытие предметов в их объективном бытии. Арнольд Гелен, 1904-1976. Специфику и сущность человека определяет в ходе сравнения с животными. И эту специфику он связывает с особой исключительностью биологической организации человека. Человек – это существо, открытое миру, утверждает Гелен, и эта открытость определяется его биологическим недоразвитием и недостаточностью, то есть неприспособленностью, неспециализированностью, примитивизмом. И как биологически недостаточное, неготовое, неустановившееся существо, человек должен сам решать задачу своего выживания. В силу этого человек является существом действующим. Действие – это форма человеческого владения природой в целях обеспечения его жизнедеятельности. Открытость миру и действенность человека обусловливают главный принцип его существования – принцип освобождения от бремени. Суть этого принципа такова. Совокупные недостатки человеческой конструкции, которые в естественных условиях представляют тяжелое бремя, человек превращает в условие своего существования. Результатом этого становится превращение человека в культурное существо. Культура является определяющей сущностью человека. В основе культуры лежит духовное начало. Хельмут Плеснер, 1892-1991 год. Он понимает, что свободу, способность к культурному творчеству нельзя объяснить лишь специфической биологической структурой. И он обращается к особенностям психики человека. Человек отличается от животных эксцентрической позицией. В силу этого человек способен отделять свое «я» от физического существования. Осознание собственной самости, осознание себя как личности приводит к осознанию внешнего мира. Собственное существование, равно как существование всего сущего, осознается человеком как нечто случайное. Отсюда тяга к поиску такой основы мира,
которая не подвержена случайности – поиск абсолютного бытия – Бога. Поскольку человеку не дано знание, лишенное сомнения, он обречен на бесконечные поиски устойчивого бытия. Как видно из относительно краткого содержания, проблема сущности бытия человека принадлежит к разряду вечных философских проблем. Ну вот теперь я хочу вам сообщить, уважаемые товарищи, что на этом завершается первый, так сказать, вводный раздел нашего курса. И мы будем рассматривать другой раздел, это раздел второй, социальная философия. И первая тема, к которой мы перейдем, социальная форма движения материи. Социальная форма движения материи. Ну, снова вернемся к тому, что понимается под материей. Материя – это самая общая категория, то есть самая простая, можно сказать. А самые простые – это такие, которые включают в себя все. Хотя кажется, что они не включают в себя ничего. Значит, материя – это то единое, что есть. Есть попытки что-то большее сказать про материю, но эти попытки нельзя считать определениями, потому что определение строится каким образом? Простое. Из простого строится сложное, и поэтому сложное определяется через простое. А бытие – самая простая категория. Раз она самая простая категория, то ее через более простое определить невозможно. А как же она тогда определяется? Вот когда на основе этой основной категории строятся другие, более конкретные категории, она и получает, так сказать, свое содержание. То есть содержание она получает в раскрытии, а не непосредственно через определение. Мы должны сразу сказать, что наряду с категорией материи одновременно с ней принимается и рассматривается такая же по общности категория, как категория движения. На вопрос о том, что такое движение, тоже очень трудно ответить. И, в общем, философы на эту тему молчат. Даже тот же самый Гегель все время употребляет слово «движение», но нигде этого определения, этого слова не дает. Почему? Потому что движение – это форма существования материи. То есть нет никакой материи, которая не была бы в движении. Покоящейся материи нет. То есть покоя вообще нет. Покой – это некое относительное высказывание. И всегда, когда мы говорим о каком-то покое, то можно отметить лишь покой по отношению к чему-то другому, что совершает точно такое же движение. А если мы возьмем любой элемент материи, то движение есть и некое внешнее, и есть движение некое внутреннее. Внешнее движение состоит в том, что, скажем, какое-то тело перемещается в том или ином направлении по отношению к другим телам, как вот в небесной механике. И хотя мы здесь вроде бы считаемся находящимся сейчас в покое, мы вращаемся вместе с Землей с такой скоростью, что если мы здесь сутки просидим, как раз сделаем один оборот, и голова у нас не заболит от этого вращения. Кроме того, если мы здесь просидим целый год, то мы как раз обойдем вокруг Солнца, причем не по окружности, как известно, да, а совсем по другой фигуре геометрической, которую астрономы очень долго вычисляли. А вот движение мы, я думаю, точно так же раскроем через более общие, то есть через более конкретное его проявление, а именно через становление, раз, через изменение, два, и через развитие, три. Кроме того, надо сказать, а что такое самодвижение? Самодвижение – это движение не в результате какого-то внешнего воздействия, это предмета или какого-либо тела, а движение, которое имеет свой собственный источник.
Привыкшие к автомобилям, моторным лодкам, самолетам, мы в качестве источника берем мотор. А что касается источника самодвижения в самом общем смысле, это, как известно, противоречие. Поэтому изучение противоречия и означает и изучение самодвижения, его источника. И как тогда нам получить вот это понимание? Для того, чтобы получить это понимание, что есть общее, что есть конкретное, что есть первичное, что есть вторичное, и третичное и так далее, для этого требуется построение системы категорий. Всякая система категорий имеет свое начало. Что такое начало, кто скажет? Неразвитый результат. Неразвитый результат. Если я что-то начинаю, то я в самом начале представляю о том, что будет в результате. И вот этот неразвитый результат есть начало. То есть если нет понимания того, а что такое результат или какой результат мы хотим получить, то это и не начало. Что-то человек делает, но это никак не связано с результатом, и поэтому... А дальше что получится? Поэтому это, так сказать, не есть начало. А? Результат, я сказал, я слово «конец» не употреблял. Результат, отвечая на ваш вопрос, результат есть развернутое начало. И только так. Если это результат, то это значит, предполагается какое-то начало, которое разворачивается и превращается в этот результат. Правильно? То есть, что мы можем сказать про эти два понятия? Что эти два понятия не определяются независимо друг от друга. Точно так же, как... Что такое верх? Скажите, пожалуйста. Это не низ. А что такое низ? Это не верх. Или что такое жена? Это не муж. Потому что если мы говорим жена, но подразумевается муж, что у нее есть муж. А если говорим муж, подразумевается, что у него есть жена и так далее. То есть это соотносительные понятия, они одно без другого не существуют. И вот если мы будем рассматривать формы движения и уровня организации материи, то мы сможем выделить более простые формы и все более и более сложные. Сейчас только что у нас шла речь об антропосоциогенезе, то есть о создании самого человека, о том, что такое человек. Мы в описательном ключе, в том смысле, что мы описываем, что по этому поводу думали те или иные философы, приходим вместе с ними постепенно к пониманию того, что человек от общества неразделим, что человек – социальное существо, и мы рассматриваем это социальное существо как высшую форму развития материи. Но для того, чтобы рассматривать его как высшую, надо вернуться к самым низшим. Поэтому можно сказать, что самая низшая форма движения, а соответственно и форма организации материи – это механическая. Механическая форма движения – и это механическая форма организации материи. Вот все время, поскольку это простейшая форма, самая элементарная и самая грубая, хотя то, что мы наблюдаем, посмотрев на небо, это все описывается небесной механикой. Правильно? Небесная механика описывает траектории небесных тел, их вращение, их движение. Одного по отношению к другому, по отношению к Солнцу, а Солнце по отношению к другим светилам такого же рода, которых очень много во Вселенной. И все это находится в непрестанном движении. Это изучает небесная механика. А если мы обратимся к противоположному уровню, как бы, в смысле размеров тел, то получим мир элементарных частиц, которые тоже движутся. Мы знаем, что есть молекулы, их движение характеризуется температурой, а температура говорит о скорости движения этих молекул. А молекулы состоят из атомов, которые двигаются, они неподвижно стоят в молекуле, правильно? Например, вот напряженно бьется сейчас и билась при создании капиталистического строя научная мысль по вопросу о том, как разбавить растительное масло.
Потому что, значит, некоторые проблемы такого рода были решены давно. Сметану легко разбавить, добавив туда молоко. Молоко легко разбавить, чтобы продавать по той же цене, добавив туда воды. Сахар надо, чтобы увеличить его вес, рядом поставить ведро воды с мешком сахара, и все будет хорошо. И так далее. Единственная вот проблема была, трудноразрешимая, это как вот растительное масло, как бы его тоже развести водой. И вот она, проблема была решена как раз тогда, когда начиналось капиталистическое производство. Поскольку масло сливочное дорогое, если сделать вот какое-нибудь такое подобие масла, с помощью которого можно будет это масло сливочное заменить, то заработную плату можно понизить. И гражданам рабочим выдавать вместо сливочного масла его заменитель. Этот заменитель называется маргарин. Это выдающееся открытие начального этапа развития капитализма. А как сделать, как вот делают маргарин? Берут растительное масло. В зависимости от того, какое растительное масло берут, получается разный маргарин. И соединяют молекулы растительного масла и воды, крупные, большие молекулы, так называемые. Две молекулы воды и одна молекула растительного масла. Вот если вы найдете такой маргарин Рама, хороший, высококачественный, он еще и честный такой маргарин, потому что там на банке прямо и написано 60% воды. Сейчас же все равно им пользуются. А? Им же сейчас пользуются, ну, для других целей. Им пользовались для того, чтобы вытеснить вообще сливочное масло с прилавков. И первое время, в 90-х годах, это удалось. Точно так же, как сгущенное молоко делали без добавления молока. Из растительного масла, сахара и каких-то заменителей. Так вот, понятно, что это такая сложная химическая реакция, поэтому нужны эмульгаторы. Эмульгатор – это такой элемент, который позволяет делать эти большие молекулы добавлением эмульгатора. Вот таким эмульгатором, например, является лецитин. Можно получить большую молекулу и вместо растительного масла жидкого получить некое мягкое масло. Оно так и продается. Теперь, правда, значит, в силу того, что, так сказать, покупатели не очень к этому относятся здорово, теперь оно идет у нас как просто уже как маргарин снова в основном. Или спред. Особенно написано масло кремлевское, а в маленькой в скобочках надпись спред. А спред – это смесь воды и жира. Вот. И оно очень красиво так выглядит в красной упаковке, кремлевское. Интересно, кто в Кремле ел такое масло? Интересно бы узнать. То есть и на уровне малых форм, малых тел тоже есть механика движения этих. Если поднимается температура, это свидетельство того, что тела двигаются быстрее. Понижается температура, значит, тела двигаются медленнее. Абсолютный нуль – это некая недостижимая точка, в которой движение прекращается. А поэтому никто никогда и не достигает этой точки. Как бы вы ни охлаждали, и как бы глубоко вниз, в минус вы не заходили, абсолютно нуля достигнуть невозможно. Вот это вот все механический уровень. Тем не менее, несмотря на то, что это самый элементарный, самый грубый способ рассмотрения каких-либо движущихся веществ или существ, или организмов, как рассмотрение их как механизмов, он широко распространен. Вот, например, в экономике постоянно ищут хозяйственный механизм. А что такое механизм? У механизма бывает голова? Нет. Поэтому, так сказать, вот творцы этого хозяйственного механизма – это творцы безголовой экономики. И вот эти творцы появились у нас в 70-х годах. Еще раньше были и такие выступления, но они еще не преобладали в количестве. А уже в 70-х с легкой руки Абалкина и других вместо, скажем, такого понятия, как государственное плановое централизованное управление социалистической экономикой, которое предполагает сознание,
составление плана как системы заданий участникам производства, и которое является предвосхищением того будущего, которое должно быть построено в соответствии с выполнением плана. А если мы потом обратимся к более поздней литературе, то в документах той партии, которая пришла на место коммунистической, по-прежнему еще пока называлась коммунистической, там говорилось о создании некого хозяйственного механизма, чтобы можно было ходить, получать зарплату, а все механически делать. Как вот движение планет, все делается, а в кассу можно идти пешком и получать деньги. Это очень удобное и хорошее дело. Следующий уровень развития материи. Можно сказать, что это физический уровень. Физический уровень изучает, как движение атомов и движение тел и организацию атомов и движение вещественных тел также изучает поля разного рода, поля тяготения, электромагнитные и так далее. И для сегодняшней физики совершенно ясно, что не бывает такого вакуума, в котором бы не было ничего. Вот там, где нет вещества, там есть поле. И поле пронизывает все. И есть такое явление, как частица-волна, применительно к фотонам, например, которое изучает современная физика. То есть физика изучает либо атомарный уровень организации материи, либо она изучает, если в физику не включать механику, она изучает уровень различного рода полей. Есть еще более высокий уровень организации материи, и это химизм или химический уровень организации материи. Одни и те же элементы, как только они соединяются друг с другом и образуют новые молекулы, получают совершенно новые свойства. Например, всем известно, что такое натрий. Натрий – это металл, который очень легко режется ножом, как масло, который на воздухе может вспыхнуть и взорваться, который при соединении с водой дает щелочь, натрий OH. И есть газ хлор, желтый, ядовитый. И этот самый хлор способен отравить, так сказать, все живое, если он непосредственно распространяется. Но если соединить атом натрия и атом хлора, мы получим натрий-хлор. А натрий-хлор – это обычная соль, которую, так сказать, люди подсыпают. Кто больше натрия с хлором хочет себе подсыпать, кто меньше. Одним словом, без этого натрия и хлора не существуют животные организмы. Оно необходимо. И кровь соленая. И некоторые животные требуют, чтобы была соль, или идут, зная, где она находится, для того, чтобы нормально строилось их существо. Так. Химию мы знаем. Бывает органическая и бывает неорганическая химия. То есть различные соединения веществ с одними свойствами дают вещества с другими свойствами в результате химических реакций. А наиболее сложные вещества изучает органическая химия, поскольку органическая химия изучает такие вещества, молекулы которых, или формулы которых, молекулы которых имеют такую же или близкую формулу к тем, которые имеют органические вещества. Какая следующая форма? А каждая следующая форма включает в себя и предыдущую. Какая следующая форма? Следующая форма развития материи, движения материи, ее организации – это
биологическая форма движения материи. Или уровень организации материи. Биологический уровень организации материи. Это уровень, на котором появляются не просто сложные соединения неорганических веществ, а живые существа. Элементарной единицей строения которых является белок. Жизнь Энгельс определял как способ существования белковых тел. Способ существования белковых тел. А что, чем белки отличаются от других органических элементов? Тем, что они обладают свойством осуществлять обмен между собой и окружающей природой. Обмен веществ между собой и окружающей природой. Вот. И это свойство совершать обмен веществ в развитом виде присуще только белкам. И все виды растительной жизни и животной жизни, они все являются построенными на основе белков. Но, в отличие от нас, смертных, есть такие живые существа, которые способны синтезировать белки из других элементов. Из воды и минеральных веществ с помощью света. Как мы с вами знаем, таким свойством обладает растение. В этом смысле они имеют преимущество перед животными организмами, потому что животные организмы могут только белки потреблять одного рода, и производить белки животные другого рода, свои собственные белки, то есть строить свой организм из белков. Сами произвести белки они не могут. В отличие от них, уже обычная трава, а тем более деревья, любые растения, производят белки в хлорофилловых зернах под воздействием солнечного света. Но если такие живые организмы, которые похожи по составу белков на животные белки, а по способу образования не похожи на то, как получается у растений. Значит, грибы. Это что такое? Это бесхлорофилловые растения. Это растения, которые могут синтезировать более сложные белки из имеющихся, скажем, подосиновики из имеющегося подосиной, из подберезовики из того, что имеется под березой, и так далее. Белые еще угодно, на любом месте могут расти. И у них есть и шляпка, и ножка. Единственное, чего у них нету, это головы. Но они сродни животным, поскольку они тоже не могут синтезировать белки. Зато, в отличие от этих самых растений, которые передвигаются очень редко, есть всякие перекати-поле, есть лианы, которые, так сказать, двигаются вверх или вбок. Но, тем не менее, в основном растения неподвижны, по отношению прикреплены к какой-то точке. А что касается животных, они более свободны и могут организовывать свою жизнь без привязки к какому-то определенному месту. И вот человек, как существо, должен быть отнесен к какой-то форме животного мира. Ясное дело, что он не растение, поэтому, как бы нам это ни казалось, прискорбно мы должны констатировать, что человек есть животное. Борис Николаевич, это нельзя делать на занятиях. Среди всех животных, о чем мы уже говорили,
выделяется высшая общественная форма. Высшая общественная форма, а именно человек, который мы характеризуем Ваня, у меня лекции. Алло. Высшее общественное животное, которое является а. общественным, б. трудящимся, в. говорящим и г. разумным. Вот то, что называется человек. То, что называется человеком. Хотя есть другие, можно сказать, общественные животные, например, пчелы. Например, пчелы или муравьи, которые строят довольно сложные сооружения, у которых очень сложные инстинкты. Но это инстинкты. А мы с вами говорим о сознании. Я забыла. Общественно трудящийся, разумный, какой еще? А вот это легко запомнить. Значит, во-первых, начнем с того, что это общественное животное. Раз. И что они образовались из обезьян, которые являются стадными животными, а не одиночками. Так? Общественное, во-вторых, трудящееся, поскольку труд создал человек. А труд может вестись только в коллективе. Потому что создание орудий труда пока нету. Мы об этом тоже говорили, когда рассматривали часть такую предварительную. Труд, начинается действительный труд тогда, когда производятся сами орудия труда. А пока применяются палки, камни и то, что, как говорится, найдет это животное в природе, этим вот свойством хватать палки, камни и кидаться обладает, например, и обезьян. Очень хорошо. А вот изготавливать орудия труда, ну вот только есть некоторые начатки этого. А это сразу отличает людей от всего животного мира, вот то, что позволяет им изготавливать орудия труда. Ну а поскольку они являются трудящимися животными, то труд требует взаимодействия, труд требует согласования действий. А это значит, от участников трудового процесса требуются контакты. Ну или как бы мы назвали, глядя на название нашей высшей школы, социальные коммуникации требуются. Другими словами, требуется что? Сигналы звуковые, то есть слова, язык. Это высшая форма социальных коммуникаций, правильно? И первое, чем пользуются журналисты, это тем, что они пишут на языке свои произведения и свои, так сказать, работы, если даже они их делают не в области письменной журналистики, а там в журналистике телевизионной, радио и так далее. И разумное. А что такое разумное? Это значит свойство отражать весь мир и себя в том числе. Весь мир. Сейчас вот в школах преподается такой курс «Окружающий мир». Почему он окружает, кого он окружил, кто попал в окружение, как он застрял в этом окружении. И он этим самым названием почему-то исключается человек. Вот если вы скажете, я буду изучать окружающий мир, а себя не будете изучать? То есть нет, чтобы изучать мир. А в мир мы входим все, правильно? Не можем же мы изучать мир, не изучая и себя. Нет, вот называется окружающий мир, и все. Какие-то там сидят грамотеи, которые придумали такие названия. И вот человек, а точнее человечество, поскольку человек должен и браться как человек, как общественный человек, и образует высшую социальную форму материи. Ясное дело, что если вы будете изучать человека, то в нем вы найдете и все предыдущие уровни организации материи. Если поглядеть на
то, что остается от человека, то вы видите, если рассматривать будете стоящий в углу скелет, что он обладает всеми качествами механического предмета. Да? Вот так сказать, бывшие руки, они шевелятся, голова может покачиваться, я имею в виду череп и так далее. И из этого мы можем делать вывод, что в самом человеческом организме есть процессы чисто механического характера. Ну, скажем, движение крови – тоже механический процесс. Движение, поднятие головы, моргание глаз, значит, дыхание – это, конечно, механические процессы. Махание руками, написание ими тех или иных произведений с механической точки зрения сводится к тому, чтобы какие-то делать вот кривые в воздухе, держа в руках такое орудие, как авторучку или ему подобное, или набирать на компьютере пальцами. Вот каждый знает, что органические белки, из которых состоит человеческое тело, но их изучают и органическая химия, и в них тоже идут постоянные процессы. Химические, правильно? Строительные процессы, в том смысле, что строится этот белок, особенно в молодом возрасте, и потом он все равно продолжается, поскольку некоторые клетки там разлагаются, и эти клетки, от этих остатков разложения организм освобождается через выделительную систему, и в то же время постоянно идет строительство тех клеток, с помощью которых организм постоянно себя восстанавливает, воспроизводит. Особенно это вот ярко видно тогда, когда происходит у человека перелом руки или ноги. Как то, что нам представляется просто чем-то твердым, оно вдруг начинает соединяться, вдруг появляется так называемая мозоль костяная, как студень такая. И через некоторое время на месте, так сказать, разлома кости образуются новые кости, и кость восстанавливается. Ну, а скажем, если применять аппарат Елизарова, смысл которого в том, чтобы вот эти совместить кости в неподвижном друг по отношению к другу положении, в неподвижном, то есть подойти с механической точки зрения. А для этого это вот так и две, или вернее одна трубка, через которую просверливают отверстие в кости и вставляют туда спицы, фиксируются эти, так сказать, верхняя и нижняя часть костей, и после этого люди могут играть в баскетбол или волейбол. И в этом случае получается гораздо быстрее восстановление костей, несколько месяцев, вот, в обычном случае, а тут через две недели уже кости срастаются, потому что человек двигается, как обычно, и поэтому все процессы в организме идут быстро. То есть это вот процессы, связанные с органической химией и со строительством белков. Физические процессы идут, само собой. Электрические процессы идут. Энцефалограмму можно снять? Можно. Значит, есть сигналы в головном мозгу, слабое электричество, которое является обычным электричеством, оно тоже входит понятие «человек», категорию «человек». Человек не без электрических полей и сигналов. Отсюда, например, и воздействие всякого рода электрических приборов на человека. Негативное может быть в связи с тем, что электричество, которое есть в организме человека, на это реагирует. Далее. Самое главное, чем отличается человек, это тем, что он обладает сознанием. Вот отличие сознания нельзя сводить только к отражению мира. Почему? Потому что отражает мир и любое животное. Правильно? И кошки смотрят на мир, и собаки, и рыбы. И, между прочим, зоркость орлов гораздо выше, чем зоркость орловых и других человеческих особей.
Тем не менее, чего не могут делать другие животные, не являющиеся социальными? Они... Отражать действительность. А? Отражать действительность. Отражать действительность они могут. Как раз отражать-то они могут. А вот преобразовать они ее не могут. То есть сначала в голове иметь идею преобразования мира. Мысль, которая сводится к тому, как этот мир преобразовать, опираясь на его отражение. То есть сознание – это такая форма отражения мира, которая позволяет человеку его преобразовывать, опираясь на данное отражение мира. Вот действительное дело. А преобразовывать он будет его трудом. Поэтому труд и стоит в центре. Он, когда он отражает, он имеет в виду, а что я буду делать, то есть какие трудовые операции, какие трудовые функции я должен, или другие функции, я должен как человек осуществить, чтобы то, что представляется мне целью, реализовалось. Потому что идея, в отличие от всяких других мыслей, а это не просто отражение мира, вроде того, что вот потолок белый – это идея. Нет. Столы из древесно-штрубочных плит. Да, для того, чтобы можно было говорить об идее, это должна быть идея, предполагающая достижение определенных, мысль, предполагающая достижение определенных целей, отвечающая на вопрос, что делать. Вот если появляется мысль, что делать, бывают неправильные идеи, бывают плохие идеи, но всякая идея отличается от других мыслей именно тем, что в ней всегда заложена некая цель, которая достигается с помощью определенных действий. И в этом смысле действия неотрывны от цели. Цель, которая не связана с действиями, здоровая, с путем, который к нему идет, тоже не идея. То есть если мы просто будем рассказывать оторванные от нас, от настоящего, элементы будущего, это не элементы будущего, это утопии. Они поэтому и называются утопиями. То есть какие-то картины мира, которой дороги никакой нет. Не утопическое преобразование мира, это борьба за такое изменение мира, к которому есть дорога, есть сила, которая по этой дороге может привести. И надо разыскать эти силы, и надо найти такие идеи. А по поводу перспектив этой деятельности, вот очень хорошо высказался Энгельс и говорил, что идеи в силу отставания сознания от бытия приходят тогда, когда для их реализации уже есть определенные условия. Или они находятся в процессе становления. То есть надо еще побороться немножко за это. Они уже есть, они уже завершают свое становление. Поэтому, если к вам в голову пришла какая-то светлая идея, это значит, что вы не первый. В том смысле, что уже есть условия, и вот, наконец, и до нас дошло с вами, что надо сделать. И нам уже теперь нужно эту идею ясно сформулировать и делать. Вот что очень важно. Всякого рода мыслей может быть очень много. А и мыслей действительно много у людей, информации особенно много. Информация вообще не всегда мысль. А вот идей всегда мало. Даже если эти плохие идеи, они сразу отличаются как идеи, можно говорить, это приведет к такой-то цели или не приведет. Можно уже анализировать, что это такое, и отделять, скажем, людей толковых от бестолковых, умных от глупых. Потому что если человек не может сформулировать или усвоить какую-то идею, значит, он уже недостаточно развит в умственном отношении. И наоборот. А если человек может только усваивать, ничего не делает, значит, он болтун. Он разговаривает, он идею принимает, но ничего не делает, поэтому для него она не идея, а он ее рассматривает как нечто постороннее, потустороннее. Он с ней свою деятельность не связывает. Есть люди – дело, а есть люди – слово. Но вот, скажем, журналисты – это тоже люди – дело, поскольку они словом побуждают людей к определенным действиям. Если они ни к чему не побуждают никого, то, в общем, эта журналистика сродни, ну, озеру, в котором отражаются все небесные пташки и солнышко наше. Поэтому, конечно, сказать, настоящая журналистика всегда
для себя решает, какие общественные силы и какие общественные идеи она поддерживает и продвигает, и каким воспрепятствует, мешает силами журналистики. В этом смысле можно сказать, что вот у журналистики есть такая боевая функция, функция борьбы. Хотя есть и другая концепция, она должна просто отражать. Ну вот если еще человек умер, а глаза еще не успели ему прикрыть, он как раз в этих глазах прекрасно на сетчатке отражается тот мир, из которого этот человек уже ушел. Ну вот я думаю, что все-таки журналистика не должна быть вот такой мертвой, которая так мертво отражает, как озеро или эти глаза мертвого умершего человека, или просто как лужа, потому что и в луже в любой отражается ваше лицо, если вы наклонитесь над этой лужей, и оно вполне с высоким качеством будет изображено. В чем сущность человека с этой точки зрения? В чем сущность человека? Если человек – это общество общественное, человек – это животное общественное, то может ли человек стать человеком вне общества, помимо общества? Не может. И это касается уже детства человеческого, верно? Мы знаем с вами уже из практики, что если когда-то так случилось, что человек в младенческом возрасте попал к волкам, и он там пробыл в стае волков 5 лет, из него уже никто и никогда человека не сделает. Это во-первых. Во-вторых, в сознание человеческое входит не сознание только живущих, а сознание всех тех, кто и продвинул человеческое сознание. Вот этого нет ни у каких других животных. Инстинкты есть. А вот знание, которым обладает современный человек, включает в себя все предшествующее знание всех людей, которые жили до них, до нас. Правильно? Ну и, в общем, задача развития человека как человека состоит, во-первых, в освоении того, что накоплено за всю историю человечества как в области развития средств производства, так и в области духовной, в освоении этого и развитии вот этого. А гениальными людьми являются люди, которые продвигают человечество в каком-то отношении. Вот гениальный человек – это не просто талантливый человек. Талантливый человек – этого недостаточно. Талантливый человек может быть и злодеем. А вот гений и злодейство несовместимы. Гений – это человек, который продвинул своей деятельностью в какой-то области, продвинул человечество, или в нескольких областях, продвинул человечество вперед. Талантливых людей много, гениев мало. Но их так много было за всю историю человечества, что если мы с вами будем обучаться у гениев, а никто нам не мешает обучаться у гениев, потому что гении они потому что продвинули, их произведения нам доступны. Правильно? Вот. Если мы будем обучаться у гениев, то мы будем быстрее продвигаться. Ну, а кто хочет обучаться у неспособных, это его личное дело, он вряд ли, так сказать, в этом смысле будет продвигаться так быстро. А гениальных произведений накоплено уже человечеством так много, что, возможно, мы их все за свою жизнь и не изучим, и не прочитаем, и не усвоим. Вот почему, скажем, перед нами такая острейшая проблема стоит – не тратить время на чтение и изучение просто хорошего. Как я буду изучать просто хорошее, я даже гениальное не могу изучить за всю свою жизнь. И вдруг я потрачу свое время на изучение того, что приходящее и что собой представляется очередное пережевывание того, что было до этого. Особо хочу сказать об обучении по словарям. Вот мы только что с вами говорили сегодня о системе. Система имеет начало и результат, и движение от начала к результату. И в этой системе есть соподчиненность категорий. Вот для того, чтобы разрушить всю эту научную систему, что нужно сделать? Надо взять эту систему, разрубить на мелкие куски и по алфавиту расставить все категории. Расставлен по алфавиту категории, лишается своей связи с остальными элементами этой системы. Их место в системе уже не выясняется. И вы их, на самом деле, это уже другие категории. Это, как говорил Гегель, мертвые кости скелета, да еще и перепутанные. Вот такая перепутанность получается, когда располагает по алфавиту и объясняет отдельно от остального
что-нибудь, то, что стоит вот под соответствующей буквой. То есть для того, чтобы заглянуть и что-то узнать, конечно, можно использовать словари. Но вы, кроме, скажем, словарей филологов, там, Ожегова или Даля, вы хоть знаете хоть одного ученого, который бы составил словарь? Нет. И очень мало таких ученых, которые составили бы учебники. А учебники иногда составляют неудавшиеся ученые. Поскольку они ничего не открыли и открыть не могут, то они пишут учебники, компилируя, то есть вытаскивая из других работ то, что они, так сказать, надергивают по своему намерению. И надо сказать, что вот у нас сложилась такая система, что можно стать профессором, даже не защищая докторской диссертации, если ты хороший напишешь учебник. А что такое хороший учебник? Может быть, он потому, что он кажется легким. А легким он иногда кажется, потому что он упрощает там тот предмет, который как раз и надо изучать. Во всяком случае, тот, кто стоит на плечах гигантов, видит далеко. Тот, кто стоит на плечах пигмеев, видит близко. Хотя бы он был очень дальнозоркий. Так, на этом перерыв у нас. И через 10 минут мы продолжим. Без 10 продолжим. 7.